Тяжелейший для нас сегодня матч. С самого начала игры мы не совсем уверенно действовали с мячом, не так, как нам хотелось бы. Даже несмотря на то, что мы повели в счете, мы не смогли контролировать мяч должным образом. И в связи с этим преимуществом владел соперник. Было много достаточно опасных моментов возле наших ворот. И в первом тайме, и на протяжении второго тайма много было подач, много угловых возле наших ворот. И игра в атаке нам не совсем удалась. В обороне мы действовали достаточно неплохо. Ребята играли самоотверженно, дисциплинированно и справились в большинстве моментов. Справились с тем натиском, с тем давлением, которое оказывало на нас соперник. И в нескольких эпизодах мы могли забивать, выбегая в быстрой атаке. И хороший был момент. У нас даже два момента в самом начале второго тайма. Мы могли забивать еще один гол, думаю, что было бы нам полегче. Но мы не смогли этого сделать, пропустили. И, повторюсь, нам пришлось тяжело сегодня. Такие игры случаются. Конечно же, нам хочется играть с мячом, нам хочется доминировать, особенно дома при своих болельщиках. Но сегодня этого не получилось. Но то, что ребята проявили терпение, в этом плане они молодцы, могут занести себе этот матч в актив. Соперник произвел замену в перерыве матча, и выйдя на второй тайм, мы не сразу разобрались в ситуации, как нам нужно действовать, обороняться. В данной ситуации как раз игрок, вышедший на замену, забил мяч. Да, мы там не совсем верно сыграли в страховке, то есть крайне нападающий. Но это мы разберем. Думаю, что ребята впредь не будут допускать таких ошибок.